Опа. Слышишь, воровка? Тебе не страшно в школу ходить? Кому я говорю, ты что, бессмертная? Ой, что за меня так будет? Что, я думаю, кто там сзади кричит, такой вид. Это я кричу. Я говорю, тебе не страшно в школу ходить, после того, как ты своровала? А что мне страшно должно быть? В смысле, ты же деньги сперла. Кто сказал, что сперла деньги? Ты когда выбегала с класса, у тебя с кармана деньги упали. Да это не у меня, наверное, у Лерки твои упали. Ты вообще знаешь, что было? Полиция приезжала, тебя искала. Меня искала? Ну да. Полиция? А что она меня искала? Нет, блин, не полиция. Что она мне искала? Я дома все время сидела. Потому что вызвали полицию за то, что ты сперла деньги, когда выходила с класса. Так, все, хватит, иди сюда, смотри, что у меня для тебя есть. Иди, иди, иди сюда. Что, деньги своровали? Так, тихо. Пашенька. Сейчас. У меня столько всего для тебя. На, давай ладошку. Кушай, 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 кушай. Нафига ли твои воровные конфеты? Какие воровные, Паш? Мне родители деньги дали, чтобы их покушать можно было. Кушай, кушай. Ладно. Кушай. Тут столько всего. Посмотри, сколько еды просто. Ты только посмотри, Паш. Ого. Ага, нифига себе. Лера вообще не ожидала, понимаешь? Я реально, я приехала, я с другим настроем приехала. Я думала, все будет хорошо, все спокойно. Плюс я эти деньги насобирала, я копила. Я же думала, мы в Египет поедем. Я хотела, понимаешь, школу тут собирала деньги. Следующий год форму нормальную купить. Ты вообще Марина тупая. Я вообще кеды тебе любимые твои хотела купить. Твою фирму. Я вообще в шоке просто. Я не знаю, на 100% там уже все потратила, наверное. Реально, я столько денег откладывала. Я не понимаю. Можно еще найду. Как? Я уже к директору пойду, я не знаю, куда идти, что делать, ну, милицию вызывать, ну как так вообще, я не понимаю, честно. Да полиция уже все проверила, и Дарину полностью проверили, и ничего не нашли. Ты серьезно? Боже! Ты серьезно не видел Даниэль? Я не понимаю, никто ничего не видел, я уже даже не знаю, может это не она действительно. Да как это не она, ну кто же кроме нее, мы же своими глазами видели, как она тут рылась. Так если бы посмотреть, да камер даже нету. То что, свои глаза-то есть? Смотри, Пашка, я еще купила специально девчачьи палочки и для мальчиков, это тебя. Ух ты, да. Как они детские. Какие детские, Пашка, какая разница, ничего страшного. Там игрушка должна быть какая-то крутая. Да? Открывай, смотри, смотри. Ну ладно. Я не вижу крутой игрушки. Я не вижу игрушку. Вкусно. Я, по-моему, нашла, я нашла. А я нет. Покажи. Это что это? Какая-то карточка. У меня нет ничего. Блин, ну что за фигня? Паша, что? Вот, смотри, смотри, смотри. Дай я тебя найду, ты, блин, дурачок просто. Что это за карточка такая? Что с ней делать? А у меня вкуснее палочки, чем у тебя. А, все равно. Видишь, найти не можешь. Паша, даже. Ты вывариваешь все, что ты делаешь? Что ты... Ну так отъешь, чтобы она не вываливалась. Ты что, не можешь? Дарин, вообще мне кажется, что тебе слишком много... О, нашла. Нашла? Ой, как мне достаточно палочки. О боже, господи. Почему у тебя круче? Нет, я хочу. А что она розовая? Паша, я хочу себе такую. Дай. Она что-то делает. Смотри, там еще какой-то рычажок есть. Это так, смотри. Это карточка какая-то. Тут написано. Открывай. Так, как это работает? Она на пружинке, Паш. Офигеть, смотри! Блин, мне кажется, это как-то странно. Тебе слишком много родителей на сладости высылают. Паш, ну они меня просто очень сильно любят. Ты понимаешь это? Ну, человек, я как бы сейчас с ним вместе, давно не виделись. И понимаешь, это... Ну, как тебе объяснить? Они вообще еще мне на шмотки отправили, да, вот. А я вот сладости купила тебе Капец. И мне. Спасибо. Пожалуйста, Пашенька, пожалуйста. Вот, татуировки, смотри. Понимаете, нет, она нормальная девочка. Она это точно сделать не могла. Но вы же приходили, вы перерыли все, вы были у нас дома. Рюкзак ее смотрели. Нет, Дарина это сделать не могла. Камер нету у нас. Господи, я думаю, это
Окси, она, скорее всего, вообще эти деньги где-то потеряла. Не надо наговаривать на ребенка. Приезжайте еще раз, смотрите. А я говорю, что нет. Все. Кстати, да сам могу есть. Да ну, Пашенька, я тебя просто угоняю. Смотри, у меня, кстати, сладкие палочки, заметил? Мне намного вкуснее. Угу. Видишь, Пашенька, давай я тебя покормлю. Открывай ротик, летит самолетик. Кстати, Пашка, где да Лерка? Да ладно. Все, ты не хочешь? Я сам, у меня руки есть. А где Лерка? Ну, ты же знаешь, что... Я тебе сказал только что, деньги у нее, ну, у мамы Лерки украли деньги. И они суетятся, бегают, не могут понять, что, кто украл, типа, в полицию заявление пишут, это вот все. Эх, как не повезло же. Ну, ничего страшного. Конечно, не повезло. Давай, Пашечка, ты меня знаешь, смотри, сколько всего я тебе накупила. И вообще как-то, на самом деле, знаешь, Дарин, что, как-то Лера... Против меня, что ли, настроена, я не могу понять. Паш, ну вот видишь, а я же тебе говорила, что так все и закончится. Паш, ну ничего страшного, даже если весь мир будет против тебя, я всегда буду только за одного тебя, правда. Давай тебе татуировочку сделаем, давай. Ты же сам уже не знаешь, что делать. Ну ничего страшного, смотри, сейчас тебе сделаю. Давай, куда тебе, на ручку делать или куда тебе сделать ее? Татуировку? Ну давай, туда. Сейчас. О, смотри, какой вот будет такой же казак. Давай. Так, они чешут. Ее надо намочить просто. Сейчас я ее намочу, подожди. Ладно. Сейчас, Пашенька. Блин, воды надо больше, мне не хватает слюней. Да все, хватит мне слюнять. Нормально, думаешь? Думаю, да. Блин, ну Паш, а я тебе говорила, не получилось. Ну ничего страшного, мы потом сделаем, хорошо? Мы потом, когда будем идти, я водичкой намочу, у тебя будет татуировочка, хорошо? Держи еще палочки. Спасибо. Дочь, я уже не знаю, что делать. На самом деле, я уже, ну, честно, давай уедем, пока собираемся, уезжаем. Я же ради Паши сюда приехала. Да что Паша? Ну, что ты Паша вообще себя представляет, Донце? Тебе еще учиться, тебе развиваться нужно. Паша, ты с него толку, ты видела его вообще? Что, но я все равно его люблю, он же мой парень. И деньги, я думаю, украла все равно Дарина, 100%. Слушай, не такой уж твой Паша и хороший. Дарины или твой, я вообще не понимаю, чей он мой этот парень. Мой Дарина. Да ну, ты видела Пашу, он себя ведет, я так его вообще не понимаю, не знаю, не представляю. Ну, я бы такая, чтобы поехала уже... Я не могу так. И за эти деньги я не понимаю, кто их и кому да сейчас доказывать что-то. Их. Еще раз говорю, я не вижу, кто из них украл их и когда. Пашенька, смотри, как красиво получилось. Класс. Прикольно. Кстати, а вообще, если хочешь, я тебе могу даже настоящую татуировку оплатить. Настоящую? Настоящую, вторая татуировка у тебя будет. Хочешь, целый рукав тебе забьем? Вообще, самую-самую дорогую татуировку тебе сможем сделать, хочешь? Не, ну вообще я бы не отказался от татуировки. Паш, а еще слышишь, у меня вот есть очень-очень большая тайна. Ну прям очень большая тайна. Я тебе ее могу рассказать, но если ты никому не скажешь. Ну, не знаю. Ну, Паш, ну тайна прям очень большая, ты же никому и не скажешь. Ну, пожалуйста, а мы тебе мопед купим. Чего? Мопед? Мопед. Серьезно? Да, как ты захочешь. Ладно, говори тайну, никому я скажу. Тайна только между нами двумя. Ладно. Честно? Ну. Так это ты все-таки своровала. Паш, не плачь, не кричи. Это не я. Я когда выбегала со школы, они просто лежали тут. Оса! Они просто тут лежали. Дома ты все. Ты ж никому не скажешь. Блин, ну Дарин, ты же понимаешь, что тебя за это будут? Паш, ну смотри, стой, послушай меня внимательно. Просто если вот, понимаешь, сейчас такое может быть, что ну я приду в класс, а там такая полиция, бабах,
Может, конечно, быть. Вот, видишь, может. Поэтому нужно эти денежки, чтобы они похоронились пока что у тебя. Чтобы я с участником был? Нет, ты не подумай. Просто смотри, ну ты-то чистый, то есть тебя точно не будут там проверять и нигде искать, да? А на меня могут подозрения положить, меня могут проверить, понимаешь? Ну, о чем, да? Тогда понимаешь? Половина моя. Половина, ну... Половина. Хорошо, половина твоя, хорошо, договорились. Только, Паш, пожалуйста, дай нам. Да ладно, я понял, половина моя. Аккуратнее, хорошо? А теперь мы можем идти уже в класс. О, это ж потайной карманчик пригодился. Так, складывай все конфетки, пока что готов в пакете. Будем сегодня их кушать на урок. Хорошо? Окей. Пойдем. Так, ты мой рюкзачок сможешь дать, пожалуйста? Я пока что пакетик понесу. Ладно. Спасибо большое. Блин, на свинячий. Пойдем, да ничего страшного. Пойдем. Пашенька, пойдем. Советую вам лучше успокоиться, полиция их все равно найдет. Знали бы, кого искать. А так и искать особо некого. Не знаю, где искать и кого. Всем привет. Мне тоже очень жаль, что так вышло. Паша, что происходит? А ты, дура, что сочувствуешь, если это ты деньги украла? Ты видела вообще, с каким портфелем, с чьим портфелем он уже ходит, твой Пашенька? Паша, ты вообще офигел? Так, а чей это портфель вообще? Паша, это мой портфель. Ничего. На, за портфель. Паш, ну что ты начинаешь? Что? Не бери мне часа. Так это ж твой. Давай. Да ты вообще, что ли? Давай. Это твой портфель, да? Давай же скажем, Дерри, ну что ты скрываешь? Что скажем? Ну то, что тебе уже не нужна. Чего? Я такого не говорил. Ладно, поговорим. Так, все, я поняла. Я потом поговорим. Капец какой-то. А вам этот, может быть, как бы... конфетки дать? Ой. Конфетки дать, чтобы горе как бы заесть. А, так, может, с нашей жизнь будет. Вот видишь, она еще издевается. Значит, это 100% она. Воровка. Ну подожди, это еще не доказано, я не знаю, как это доказать, и вообще не понимаю, и ваше поведение меня бесит. Знаешь, куда я тебе сейчас эти конфеты засуну? Рюкзак! Давай, глупая или что? Что ты делаешь? Дура! Ужас, не могу так. Ты тоже свой рюкзак давай, да? Чего ты спала, не слышала? Я слышу, на еду и на одежду. А вы вон пойдите возле школы, посмотрите, девочки, может, найдете. Я говорю, 100% она, кроме нее никто не может быть. Она даже когда выбегала, в прошлый раз у нее деньги были. Я где-то с тобой согласна, и я тоже так подозреваю. Я не могу доказать это ничем. Единственное, что я вижу, так это твой Пашенька с Дариночкой. Это неправда, Паша меня любит. Они устроили сами суд. Выхватили у нас, выхватили у Дарины рюкзак, начали проверять. И мы хотели начать проверять, но я уже ушел за тобой просто. Так. Без полиции, без ничего, без свидетелей. Я поняла. Сами сами суд. Я поняла. Полиция была. И звонили, мне уже достали. Смотрите. Доказательств нет. Камер здесь нет. Дарина до этого нигде не была замешана в таких кражах. Ну так это даже некрасиво, как обвинять ребенка. Я вам советую сейчас так решить. Так у нее так. Деньги выпали, когда я вам сказала. $1,000 Вас попрошу прийти самому учителю, ты тоже собираешься. Мы с вами поговорим, да. Хорошо,
Дурак, дурак. Счастливого пути. Пока-пока. Ой, глупенькие какие-то они.